Всем привет! Это ГМУ. Сейчас мы находимся на Васильевском острове, в главном корпусе нашего института. Факультет действительно с первых дней пребывания учит нас нестандартно мыслить, оперативно реагировать, максимально эффективно учиться и брать все от нашего студенчества. И, конечно же, реализовывать все это в сфере государственного и муниципального и корпоративного управления. После окончания нашего факультета вы сможете занять руководящие должности как в корпоративных организациях, так и в государственных структурах. Как пример, выпускник нашего факультета Александр Дмитриевич Беглов сейчас является губернатором Санкт-Петербурга. Наше объединение осуществляет свою деятельность в различных направлениях. В этих клубах ты можешь развить свои организаторские, ораторские и профессиональные качества. Помимо этого всего, каждый год наши студенты выезжают по обмену на стажировку в такие страны, как Китай, Германия и Англия. Так почему же нужно выбрать факультет государственного и муниципального управления? Так это потому, что на нашем факультете вы получите огромный спектр умений и знаний, которые сможете применить в разных сферах. А также профессия управленца как никогда актуальна. Помимо всего этого, вы получите незабываемую студенческую жизнь, поэтому поступайте к нам.